Углублению военно-политического сотрудничества Армении с Россией нет альтернативы. Такое мнение высказал лидер партии «Альянс», депутат парламента Армении Тигран Ориханян. По мнению политика, Ереван должен последовательно углублять военно-политическое и экономическое партнерство с Москвой. Более того, Армении и России следует усилить взаимную интеграцию и перейти к построению союзного государства. В этом контексте Тигран Ориханян подчеркнул, что нахождение российской военной базы в Гюмри и миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе с точки зрения обеспечения безопасности Армении также не имеет альтернативы. С точки зрения политика, на передовой должны служить в том числе и российские военные в составе объединенной группировки войск. У нас нет альтернативы. Ни одна другая страна не предлагает нам сотрудничество, тем более формирование единой системы безопасности, создание нового формата объединенных войск, защиты границы с Азербайджаном, пояснил Ориханян. По его словам, ни НАТО, ни другая организация, либо страна не предлагала и не предлагает официальному Еревану подобные условия сотрудничества. У России есть свои интересы, которые необходимо обсудить, но действующие власти Армении не в состоянии сделать этого, сказал Ориханян. Он отметил, что для проведения подобных обсуждений во внешней политике Армении должны произойти определенные изменения, в том числе и с учетом интересов России. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.